Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более 1000 видов лабораторных исследований, все виды ультразвуковой диагностики, герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная, 34, телефон 500-411. В среду, 18 января, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается ночью минус 12, днем минус 3 градуса. Ветер северо-западный умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность, временами снег. В народном календаре 18 января – крещенский сочельник. На Руси по старому обычаю старались не ужинать и не принимать пищу до самого утра. И смотрели, какова погода 18 января – такой она будет и на Масленицу. Наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Ведущие детские и взрослые травматологи-ортопеды ждут вас по адресу Железнодорожная, 34. У меня все, а прямо сейчас продолжение «Вестника Северодвинска».